В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в городском округе отремонтировано около 600 подъездов многоквартирных домов. В перечень работ входит покраска стен, замена почтовых ящиков, а также ремонт входных групп. На днях обновленные подъезды осмотрел глава округа Владимир Ружицкий. Всего на организацию ремонта подъездов предусмотрено более 280 миллионов рублей. Большую часть затрат берут на себя управляющие компании. Также программа софинансируется из местного и областного бюджетов. Всего в этом году в Люберцах отремонтируют 1298 подъездов. Адресный перечень объектов размещен на официальных интернет-ресурсах. Кроме того, у жителей городского округа есть возможность наблюдать за работами в режиме онлайн на сайте меняемподъезды.рф. К данной работе мы подключаем общественность, жителей, активистов, просто неравнодушных, чтобы они, вот именно жители, отзывались о работе, о качестве работ, о цветовой гамме вот, стен, покраска. Ну, по крайней мере, повторяю, нареканий нет. И мы будем дальше этой работой заниматься. На сегодняшний день новый облик приобрели 556 подъездов. Это чуть меньше половины запланированного количества. Ремонт подъездов не предусматривает работу на открытом воздухе. Но желательно успеть его сделать в теплое время года, до наступления холодов. Главой Люберец поставлена задача к ноябрю завершить работы в полном объеме. Луиза Егиазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.